Посадочка, продолжаем разговор. Как тебя зовут? Меня? Ну не меня же. Меня Пунтик. Пунтик. Надо вот так, как я. Парня, который живет на крыше. Продолжаем разговор. Ну давайте, спросите, где я был все это время. Ну где ты был? А я был у своей бабушки. У меня, знаете, какая бабушка? Она как увидит меня, как заорет на всю деревню, как на солнечек дорогой, а потом как на лени, как обнимет. Между прочим, у меня бабушка чемпион по обниманию. Вот. Фунтик, дорогой! Как на солнечек дорогой! Ребята, а давайте устроим всеобщие обнимашки. А? Thank you.
Ой, какое вкусное варенье! Ну что, папа может? О, свершилось чудо! Друг спас жизнь друга! Теперь у вашего карточка на нормальная температура ему полагается пожалеть. Ребята, а давайте будем с вами строить ледяные стены. Давайте! Стоять! Назад! Я еще не рассказала условия игры. Сейчас вы будете носить
Но почему же, мадам? Ведь я Ханнесен, который живет на крыше, в меру упитанный и в меру воспитанный. А вы это дома правительница, да? Да. Честная и с хорошим характером, да? Да, это я. Хрю-хрю. Так позвольте, у вас что, и поросенок имеется? Очень хорошо. Ну ничего, я сделаю из него человека. Да. Бабы, лучше веселую воспитательницу. Воспитательницу? А кого здесь нужно воспитывать? Да какой агрессивный поросенок. А пыль-то какую подняли. А насолили, а напылили. Так, нужно отойти всем за красную линию. Какая мука воспитывать детей и поросят. Ну, в две команды встаньте, мальчики. И в одну команду девочки. Мы сейчас будем наводить порядок. Здесь должно быть все стерильно. Вы же помните, что скоро Новый год должен прийти Дед Мороз, а у вас елки в сосульках стоят. Так, сейчас бежим по одному и снимаем по одной сосульке. Так придется вас воспитывать. Итак, поехали. По одному, по одной сосульке, по одной я смотрю. Молодцы. Очень хорошо. По одной. Так, куда понял сосульку? Олег. Я вам украинский кот не заманую. Очень хорошо. Так я же еще и там.